Как думаешь, теперь получше? Уже лучше. Ну да, я думаю, надо еще репетировать. Добрый вечер. Меня зовут Миша, я инструктор по оказанию первой помощи. У нас сейчас будет коротенький семинар по первой помощи. Ситуация. Горящее здание. Человек упал, лежит, не двигается, ни на что не реагирует, лежит без сознания. Какая наша основная задача, чтобы он... Ну, сначала его в безопасное место переместить, чтобы он дожил до врачей, то есть до приезда скорой. Давайте посмотрим, как вы обычно эвакуируете. Возьмем какого-нибудь легкого человека, вот, вас. Ложитесь, пожалуйста, сюда. Видим опасность. Кричим. Алиса, вылезай. Ответа нет. Понимаем, что успеваем. Подходим. Берем за предплечье, посадили. И делаем человеку ручку вот таким вот образом. Берем за предплечье. Да, садимся почти на пострадавшего, встаем вместе с ним, закидываем на себя, уносим. Работаем. Руки под мышцами. Две руки за предплечье. За предплечье. Две руки. Садись. Стоп, кто-то не поднимай. Ни в коем случае не поднимай спиной. Можешь оторвать спину. Всему важно, чтобы между вами и пострадавшим не было пространства. Если мы прямо на него вот так вот сели, зажали его, встаем, он никуда не денется. Если мы... Вот здесь у нас пространство, вот здесь. Угу. Что происходит? И выламывается рука. Ага, ага. Вот именно поэтому... Просто мы к себе прижимаем, встаем, закидываем. Спасибо. Все пальцы вперед, большие пальцы тоже вперед. Прижимаем руку к животу. Не-не-не, все правильно, одну руку. И все пальцы вперед. Большие пальцы вперед. Большие пальцы вперед. Откидываемся назад. Ой-ой-ой. И несем. Несем. И захват. За одно предплечье обоими руками. Как можно ближе к локтю. Прям садимся на пострадавшего. И очень важно, с прямой спиной встаем. Заваливаем на себя. И ухудшая, куда мы идем, уходим. Наверное. Этим же самым способом. Хорошо. Вот этому человеку сейчас нести тяжело, а тебе слишком легко. Если ты возьмешь под колени, ты часть веса с него заберешь. И несем боком, чтобы оба видели, куда идем. Хорошо. Ремень. Спину опусти. Есть ремень. Вот этой рукой. Под колено с наружной стороны. Вторую руку за ремень. Синхронно поднимаем. Раз, два, три. Спину выпрями. Разворачиваем и несем ногами вперед. Ногами вперед. Хорошо, стоп. Почему несем ногами вперед? Чтобы видеть... Во-первых, да. Во-вторых, если мы идем вот так вот пострадавшим, пятимся назад, спотыкаемся, падаем, вся вот эта конструкция из трех человек валится на нас. Вот это было мести задом.
Ну, нет, не особо. Не особо. Поэтому нести лучше передом, это удобнее. Раз, два, три. Угу, и в дверь. В дверь. А видели в фильмах такой способ, что один мужик второго себе на спину и бежит? Да. Да. А знаете, как это делается? Я не думаю, что дом мужик. Нет. Давайте покажу. С пола так тоже можно поднять, но это прям-таки искусство. Если он у нас более-менее как-то стоит, нам помогает, то это проще. Руку взяли, опустили. И пошли. Вот здесь руку перехватили, как можно ближе к плечу. Встали, пошли. Осторожно. При этом у нас свободна рука. Можем этой рукой отстреливаться. Отстреливаться, открывать двери, что-то делать. Но страшно, при этом очень страшно. Страшно? Есть желающие попробовать? Я боюсь. Давай, вы прям страдаешь. Почти, 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 почти. Стоп, один момент. Вот этой рукой ближе к плечевому суставу. Да. Здесь? Да, так надежнее. Во! Что мы будем делать, когда страдавший вот такой, а спасатели, например, вот такие. Раз, два, три. Втроем поднимать? Втроем поднимать. Как будете поднимать? За руки, за ноги. Давайте. Ну да, ну попробуем. Выбираем одного самого сильного человека. Выберите. Стой, стой. Вот. Ложись. Этот человек будет использовать тот же самый захват, что мы учили. Вы вдвоем помогаете ему поднять. То есть подошли, каждый за свою руку взял и тянется. Поднимаем, сажаем. Используешь захват. И замри. Стоп, замри. Теперь ваша роль. Одной рукой либо за ремень, либо за что можем здесь схватить. Второй рукой под колено. Берете. Присядьте. Спины выпрямляем. И синхронно поднимаем. Раз, два, три. Разворачиваемся. Ну тут не получится. Получится. Тут тесно. Скорее. Сейчас ты будешь. Выходим, Юрий, привет. Ну что, оклемался? Привет. Оклемался. Зато теперь мы узнали, как вынести пострадавшего из горящего помещения. И сколько весит Юрий? А если ты хочешь узнать больше о безопасности и первой помощи, смотри наши ролики. Эй, ты! Да, ты, по ту сторону экрана. Удачи тебе и будь в безопасности вместе с нами.